сегодня 75-я школа, которую знают все в Одессе абсолютно. Еще когда я учился в школах, мы все знали, что в этой школе учатся дети с особыми образовательными потребностями. И сегодня, создав им такие условия, это демонстрация того, демонстрация отношения Одессы к нашим детям. Учебный корпус, там, где они находятся классы, впервые созданы соответствующие условия, в том числе и бытовые условия, не буду подробности говорить. Созданы условия, я всегда говорю, что стены формируют. Вот такое, когда будут приходить дети сюда, я уверен, что у некоторых условий таких и дома нет.